вот что у меня получилось. Смотрите, вот приклеила завитушки по бокам. Если у вас нету завитушек, можно сделать контуром. Вот это у меня была заколка, она такая согнутая была, поэтому я под ним приклеила сначала ткань, а потом прошила его. Вот такая штучка получилась. Сзади ничего не стала делать. Очень даже симпатично. Тут можно ставить и бомбонерки, конфеты, ну, подарки на свадьбу. Всем спасибо, всем пока.